Главными темами ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию стали развитие страны, социальная повестка и специальная военная операция. Отдельно стоит отметить заботу о людях, прежде всего о многодетных семьях и программу материнского капитала. Сейчас семья при рождении первенца получает право на выплату в размере 630 тысяч рублей, а при рождении второго ребенка еще на 202 тысячи рублей. Размер материнского капитала регулярно индексируется. Программа материнского капитала действует у нас до начала 2026 года. Предлагают также продлить ее как минимум до 2030. Другая важная инициатива, которая касается семей – возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы. Также запустится новый федеральный проект «Семья». Предлагаю дополнительно помочь субъектной федерации, где уровень рождаемости ниже среднероссийского. Стратегическая задача – обеспечение поддержки военнослужащих, находящихся на передовой, а именно обучение, предоставление дополнительных возможностей для самореализации и помощь родным. Также государство планирует достичь уровня средней продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году. А в дальнейшем, как мы и планировали, предстоит выйти на уровень 80+. Особое внимание нужно уделить сельским территориям, регионам, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России. На решение этих задач будет нацелен национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Также поднимались вопросы социальной газификации, поддержки малого и среднего бизнеса и создания комфортной городской среды.